Дербент – жемчужина Кавказа, один из красивейших городов России. В этом году ему исполняется 2000 лет. К празднованию готовились долго и не только горожане, но и все жители страны гор. На юбилей одного из древнейших городов мира приехали 40 делегаций из регионов России и зарубежных стран, более 5000 гостей. Празднование 2000-летия Дербента началось в полдень, а в городе, стены которого помнят древних персов и византийцев, грандиозные торжества прошли с восточным размахом. Подобные мероприятия, да еще в таких масштабах, в Дагестане проходят впервые. Одновременно в разных частях города состоялись десятки фестивалей и концертов. Звуки сияют, и душой поет, и прославляет Дагестан, Россию. Открытым будет всему миру.
черная ветка, где-то дистанция растеряла с этим прекрасным событием. И желаем городу Мельгенцу добра, мира и процветания на благо нашей многонациональной родины России. Ура! Жители и гости праздника могли познакомиться с традиционными дагестанскими ремеслами. В старой части древнего Дербента прошли исторические реконструкции быта и обычаев местных жителей, которые созывали к себе домой многочисленных гостей и туристов. А на центральной площади, площади Свободы, развернуты шатры, где были представлены домашняя утварь, костюмы, национальные блюда народности, проживающих на территории Кавказа. Хасавюртовский район представил чеченский родник. Thank you.
Праздничные торжества посетил и глава региона Рамазан Абдулатипов, который поблагодарил гостей и организаторов мероприятия, а также поздравил всех с праздником. На площади Свободы на огромной сцене в этот день свои лучшие номера представили артисты художественной самодеятельности Дагестана, а также Северной Осетии, Алании, Чечни, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии. Тысячелетие Дербента – это общероссийский праздник, и сегодня у нас в гостях делегации со всех уголков нашей Родины. Из города Санкт-Петербурга, наши соседи из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании, Чеченской Республики. Сегодня с нами гости из Ставропольского края. Сегодня вы сможете увидеть народные танцы, услышать народные песни и музыку, прикоснуться к уникальным изделиям дагестанских народов и наших гостей из регионов России.
Полную версию о прошедших праздничных торжествах смотрите в субботу на телеканале «Айтаж».